Так, сейчас посмотрим, куда идут провода, в которые я чуть не вмазался, когда снимал ролик «Наша речка ночью». Вот эти провода. Вот эти провода. Столб. И все. И никуда они не идут. Просто через речку перетянули и успокоились. Вот, видите? Над речкой провода идут, а дальше никуда. За речкой стоит столб. И все. И никуда провода больше не идут.